Наша собачка удивила меня очень интересным белым пухом. Я, конечно, удивилась, думаю, где она такое нашла. А она нашла, сейчас я покажу. Это была наша подушка. Ты что наделала? А? Ты почему это сделала? Это называется? А? Как это называется? Ты что натворила? Что ты на меня смотришь? Это же была подушка. Перьевая подушка. А ты что натворила? Тебе все равно, да? Теперь это еще надо собрать. Ай-яй-яй, как тебе не стыдно? Что же ты натворила, а? Собака наша. Вот, давай, еще валяйся, еще. Как это называется? Что ты отворачиваешься? Как тебе не стыдно? Ты зачем это сделала? Ты не отворачивайся, не отворачивайся. Смотри мне в глаза. Ну, и что, еще и вкусный, да? Вкусные перья? Ай, как ты дала мне теперь работу. Продолжение марлезонского балета. Мало того, что подушку разорвал, он теперь полностью наперник рвет. Сильная собака. Да. Ну. Красавица, вся в перьях. Теперь везде у нас перья будут. А это тебе чем мешает, а?